Маргарита и Петр для своего выступления выбрали песню Леона Кросселла в исполнении «Поль Вен Ле Руа» «Касси». Это из фильма «Никита». Я думаю, уважаемые телезрители, те, кто смотрел фильм, конечно, героев узнали сразу же. А я делаю достаточно странный вывод. Вот мужчине голова дана для того, чтобы думать. Ну, нельзя делать такие подарки, как в этот раз. Девушка, героиня Маргарита Дробязко, ждала совсем другого. В общем, поэтому и обиделась. Ну и сами вы видели падение. Напоминаю, что по нашим правилам в связи с травмой Алисы Гребенщиковой Алисе и Максиму будет засчитано техническое поражение. То есть в этой дуэли Рита и Петр победили, несмотря на падение. Но мне кажется, не хватило скорости. Петя эти поддержки выполнял на раз, а тут чуть медленнее покатил.